Че он ходит туда обратно? Идеальный организм, блин. Идеальный аутизм. Я помню, его в первом фильме назвали идеальным организмом. А. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я как начал про него читать. Это скотина еще и в космосе может ходить. Да. А, это уже капец. Ходить в космосе, это уже капец, простите. Сейчас увидим. Я проиграл снова, как он дышал. А сколько тебя смотрит-то? Потому что это должно быть... О, 4 человека. 4, да. Должно быть уже 20, потому что довольно круто. Слышите, как Денис...